Добрый день, дорогие коллеги. Позвольте представиться, кто меня не знает. Исполнительный директор Лиги содействия развитию педиатрии Чижевская Ольга Борисовна. Приветствую вас на секции «Стопа и спорт» 6-го Всероссийского конгресса с международным участием «Медицина для спорта 2016». Мне бы хотелось очень вкратце рассказать об истории создания Лиги и содержании ее деятельности. В октябре 2012 года компания «Педиатр» в содружестве с партнерами учредили общественную организацию «Лигу содействия развитию педиатрии» с целью создания благоприятных условий для объединения врачей-педиатров, их профессионального роста, обмена опытом, реализации творческого и научного потенциала в области педиатрии. В итоге наша миссия – это создание научно-практической базы, которая позволит объединить интересы врачей-педиатров и их пациентов. Цели Лиги перед вами, а преимущество заключается в том, что, во-первых, Лига оказывает поддержку научно-исследовательской деятельности и проводит практические мероприятия. Членство в Лиге – это гарантированная информационная, консалтинговая и методическая поддержка, профессиональное общение, обмен опытом с российскими и зарубежными коллегами. Члены Лиги пользуются льготами при участии в конференциях и мастер-классах, проводимых Лигой. Научно-практический журнал «Педиатрия» – это информационная площадка Лиги. Это первое междисциплинарное издание, посвященное педиатрии в нашей стране. В журнале публикуются материалы как практической, так и теоретической направленности. Это оригинальные статьи, обзоры, публикация результатов исследований. Тематика журнала – педиатрия, травматология, ортопедия, биомеханика, спортивная медицина и реабилитация. Главный редактор – Фролов Владимир Александрович, доктор медицинских наук, невролог, мануальный терапевт, остеопат, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Научный редактор нашего журнала, врач высшей категории, ортопед-травматолог, мануальный терапевт, остеопат, врач спортивной медицины, главный специалист по педиатрии в нашей стране, председатель правления Лиги содействия развитию педиатрии Владимир Ильич Нечаев. Коллеги, в чем заключается основное направление деятельности нашей Лиги? Смысл нашей работы? Ежегодно члены Лиги выступают на конгрессах, конференциях и мастер-классах. Мы переводим большое количество иностранной медицинской литературы. Участвуем в исследованиях в сфере педиатрии совместно с партнерами из разных регионов страны. Так о возможностях педиатрии узнают врачи по всей нашей стране. В связи с тем, что отдельная специальность врач-педиатр пока не утверждена в России, и даже такой дисциплины в медицинских университетах нет, мы приглашаем зарубежных специалистов для чтения мастер-классов, для чтения лекций, проведения мастер-классов. На наших лекциях изучают педиатрию врачи тех специальностей, которые так или иначе сталкиваются с проблемами опорно-двигательного аппарата. Дело в том, что, начав с ортеза стопы, мы выявили новые возможности коррекции всего опорно-двигательного аппарата, влияя через подальный вход. Понимая это, мы расширили область нашего воздействия до макушки, добавив в определение педиатрии слова о взаимосвязях стопы и тела. Вот именно поэтому среди нас сейчас врачи самых разных специальностей – спортивно-восстановительной медицины, травматологи-ортопеды, мануальные терапевты, неврологи, реабилитологи. С 2010 года мы проводим международные научно-практические конференции, посвященные педиатрии. В 2012 году темой такой конференции были достижения педиатрии, медицине и спорте. На эту нашу вторую конференцию приехали более 200 врачей из 14 стран. На ней выступали эксперты из Новой Зеландии, Соединенных Штатов Америки, Польши, Японии и других стран.
Осенью 2014 года состоялась третья международная научно-практическая конференция «Подиатрия детям». Кроме этого, мы провели конференции по подиатрии в Санкт-Петербурге и Краснодаре. В сентябре 2015 года в рамках 13-го международного конгресса реабилитации санаторно-курортное лечение наша лига впервые провела секцию «Подиатрия». В декабре того же года прошла очередная научно-практическая конференция подиатров, где большой интерес вызвали два доклада Симоны Скальдони, ныне нашего постоянного гостя из Италии, и председателя президиума секции «Стопай спорт». Приветствуем его.